Иди сюда. Мужики, что там делаете? Ну, это промышленный альпинизм. Уборка помещений, чистка квартир. А, ну ладно. До свидания. Всего доброго. Что ты? Квартирка высший класс. Да. Это тебе не провода там тырить. Не говори уже. Но я из тебя человека сделаю. Сделай. Из меня не могу так больше. Значит так, хозяин скульптор. Так. У него этой бронзой. Так. У него этой бронзой ты за всю жизнь только по лифтам не натыришь. Конечно, не натырю. Главное, чтобы канат не засекли. Нет, как они его засекут? Я его вдоль стенки протянул так, а там прямо к антенне привязал. Молоток. Да, молоток. Ну давай. Давай. Лезь. Да. Нет, нет. Ты лезь. Да нет, ты. Я, ты. Да. Да нет, нет, ты лезешь. Ты лезешь. Я лезу. Ты лезешь. Я не могу. Почему? Это длинная история. Рассказывай, давай. Это было в раннем детстве. Так. И я не умел лазать по канатам. Все? Все. Лезь. Нет, я не могу. Ты сказал, лезь. Почему не можешь? Это не все еще. Еще есть проблемы. Так что еще? У меня сегодня почему-то правая рука соскальзывает. Левая. Тем более. Ноги. Но ноги это вообще, смотри. Не надо. Соскальзывают, естественно. Но левую я вообще не буду показывать, там еще хуже. Вот так. Но это еще не все. Так, хватит, все, заткнись. Там еще есть заткнись. Одна проблема. Слушай, ну серьезно, ну послушай, еще же... Да вот тихо есть... ты. Не, ну я же еще... Тише. Ну что, ну послушай. Заткнись ты, урод. А еще я... Ну послушай ты. А еще я узлы плохо завязываю.